Дурак, ты же должен уступать, что ты делаешь? Государственным пенсионным фондом вкладывать накопления россиян в акции, продаваемые в процессе приватизации или ценные бумаги, реализуемые Центробанком. Человек, который...
что, правила вообще не знаешь? Видал? Обалдеть. Он что? Не знаю, что случилось. Баба, что ли, за рулем? Лидеров Юго-Востока, центральных и западных городов Украины. Да вроде сильно. А сегодня я ехал, не было. Обратно еду, так сказать, с рынка. Пиздык. Че, стукнулся так, да? Дом ебал. Сейчас, на секунду, заедем. Кому она это сказала? Ну, он же маме рассказал. А, сам? Ой, смотри! Смотри, стадо. Стадо барашек. Ой, какие, глянь, маленькие ягнята, черненькие, хорошенькие. Блин, сколько ножек у них, да? Ой, какие хорошенькие. Ой, смотри. Маленькие вон тоже. Малюсенькие. Да, 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 ну, конечно. Видишь машины? Ох, какой большой вон белый баран. В костюме дядя ходит. И пастух с ними. Такие хорошки, да, Ванюх? Ha ha ha!